Юные фигуристы Приволжского федерального округа приехали в Чебоксары показать все свое мастерство. Среди участников совсем маленькие спортсмены, им всего по 5 лет. И уже закаленные льдом кандидаты в мастера спорта. Чебоксары-арена впервые принимает у себя открытый Кубок Республики. На лед выйдут 170 фигуристов. Программа соревнований расписана в соответствии с возрастом. Флипы, тулупы, флажки и ламьеры. Эти сложные элементы участникам еще только предстоит освоить. Но катаются мальчишки и девчонки уже вполне уверенно. Мое любимое упражнение – это каскад флип-рибергер. Я его очень долго учила. Меня на фигурное катание привела мама с папой. Я хочу на Олимпиаду. Оценивать спортсменов приехали судьи из Москвы. Приглашенное жюри максимально объективно. Участников видят впервые, ошибки не прощают, да и на яркие костюмы не отвлекаются. Костюмчики точно, это вопрос номер 3. Артистизм-техника согласен, они соперничают и бывает, что одно обыгрывает другое. Но в целом техника – это более серьезный аргумент. За звание лучшего спортсмена борются в основном девчонки. Среди выступающих практически нет мальчишек. У девочек получается, я думаю, лучше, чем у мальчиков. А если бы тебе предложили встать в пару с мальчиком, ты бы согласилась или ты хочешь одна танцевать? Нет, я хочу одиночную катать. Соревнования продлятся 3 дня. 21 января – самые интересные старты. Тогда же и станет ясно, для кого чебоксарский лед окажется счастливым. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.